Традиционно утро понедельника в 5-й гимназии начинается с торжественной части. Ученики 4-го класса исполняют гимны России и города-героя Севастополя. Севастополь, Севастополь, гордость русских войнов. Сразу после в дело вступают школьные педагоги. На этот раз разговоры о важном посвящены семейным взаимоотношениям. Такая тема, уверены учителя, очень важна для подрастающего поколения. Именно поэтому при подготовке к такому уроку педагоги используют годами накопленный опыт. Для того, чтобы общаться с ребятами, многого не нужно. Нужно любить свою профессию, любить детей, уметь их слышать. Мы использовали групповую работу. Ребята любят работать в группах, совещаться, договариваться. И заметьте, это очень важно и не очень просто. Далее, высказывать свое мнение. Мы используем видео, используем презентации, используем работу в парах, в группах, вот, индивидуальную работу. На встречу с четвероклассниками пригласили маму троих детей Анну Высоцкую. Она поделилась секретами семейных взаимоотношений и рассказала юным севастопольцам о роли матери в жизни каждого человека на собственном примере. Конечно, самое главное, я считаю, вообще для любого человека в жизни – это семья. И все, что мы делаем, это делаем для наших детей, и все, что нас соединяет – это наши традиции. Я стараюсь их придерживаться, соответственно, воспитывать детям помогаю и вниманием, заботой, и любовью, естественно, я их очень люблю. Ну и, естественно, я не могу не сказать об этом как представитель Черноморского флота, что наша семья – это не только наш близкий круг наших людей, с которыми мы живем, но это еще и наша школа, наш класс и малая родина, в которой мы живем. Естественно, я стараюсь прививать своим детям любовь к своей стране. Мы патриоты. А еще тема разговоров о важном перекликается с предстоящим праздником. Традиционно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. Ученики вместе с педагогами уже готовят презенты своими руками. Ведь подарить в такой день внимание, приятные эмоции – это еще один секрет семейного счастья. Когда тема идет про маму, это самое такое, как лучшее, не знаю, просто лучшее ощущение, когда говорят про твою маму, про... как ты с ней общаешься, как ты ее любишь. Ну, мы делали на технологии открытки, они у нас вот тут висят. И я вот думаю, подарить ей открытки, цветы. Ну и вообще, моя семья самая лучшая, она очень заботливая, и мама у меня тоже самая лучшая. Разговоры о важном в севастопольских школах и колледжах обязательно продолжатся. Следующий урок традиционно пройдет в понедельник, 27 ноября. Тема занятия «Что такое Родина?». Владислав Ивенин, Андрей Вовк, новости Севастополя.